укладка плитки в разбежку. То есть плитки не хватает, приходится ложить частями, кусками. Пошли одну стену, эту выложены у нас. Ванное место. Тут под ванной я уже положил. И поверху пошла. Так как по ребрикам бордюрчика не хватает. Серого. Вот этого. Здесь у нас сбился, скололся. А там его нету. Я ложу снизу. Начинаю. И сверху. То есть должно прийти в идеал. Хотя у плитки есть нюанс один. Плюс 1 миллиметр. Бывает. То есть по краю. Даже у одинаковой плитки. То есть белая-белая. Плюс 1. Разбегается. Точить ее вредно. У нее сколы появляются. То есть она хрупкая. Урал-керамика. После обточки нужно еще шлифовать. Вот так. То есть по лазерам по двум. Два у меня лазера, один тут. Я ложу снизу сверху. И оно подходит. Плюс-минус 1 миллиметр. Децл где-то промазывает, где-то плитка вот там отгуляет, видите? Шовчик. Пришлось выпиливать дальше. Так что плитка с нюансом. Еще волны, рисунок. Главное, рисунок. Видите, переходящая плитка, то есть идеально квадратная поверхность должна быть. Перпендикулярная, все, блин, строго, блин. Рисунок, вот эта плитка одна порезанная на три части. То есть угол у нас пошел туда-сюда и пошел рисунок в следующую часть. Хотя здесь я вырезал кусочек сантиметра. Чтобы была еще одинаково. По стенке тут рисунок будет один кирпичей. Ну так как-то. Всем привет.